боль, хруст, ограниченная подвижность, скованность и даже деформация сустава. Со временем неприятные симптомы лишь усиливаются, а затем диагноз врача звучит неутешительно – артроз или артрит. Это опасные заболевания суставов, которые могут привести к инвалидности. Самое опасное, чем опасен артроз, он приводит к частой временной нетрудоспособности и к инвалидности. При отсутствии адекватного лечения в течение 10 лет пациент с артритом в 30% случаев может стать инвалидом. Жизнь без боли и осложнений, конечно, возможна, если не сдаваться в плен болезни. Причем, чем быстрее человек обратится к врачу, тем успешнее, быстрее и результативнее будет протекать дальнейшее лечение. Вопреки распространенному мнению, болезни суставов поражают не только людей пенсионного возраста, артрит не щадит и молодых. Артриты – это патология пациентов 20-40 лет. Артрозы – там уже мы видим пациентов более возрастной категории. Но в любом случае это трудоспособное население. На начальном этапе абсолютно все заболевания поддаются лечению. Вот почему мы сегодня собираемся и обсуждаем проблему раннего артрита. Чем раньше начато лечение, тем лучше мы получаем результат. И у нас есть такое понятие, как окно возможности. Вот от момента, когда у пациента впервые припухли суставы, если он пришел к врачу в течение первых 3 месяцев, мы можем полностью остановить процесс. В Брестской области работают 4 ревматологических отделения. Каждый день в них поступает минимум 5-6 человек. Кроме медикаментозного лечения применяется и реабилитация. Импульсная ультразвуковая, криомехана и магнитотерапия. Массаж. После курса комплексного лечения пораженные суставы беспокоить перестают. Я хочу сказать, у нас хорошие ревматологи, очень хорошие. Мне очень нравится, их лечение правильное, отношения хорошие. Вот, и что скажу людям, если начало что-то болеть, обращались, естественно, не затягивайте к ревматологу, это очень правильное решение. Я, вы знаете, даже забываю. Вот я примерно 2-3 месяца это вот даже абсолютно забываю. Даже, ну, просто уже зарубил себе на носу, что как любитель помидоров вот надо отказаться, от свежих особенно. Коварность болезни ревматического характера в том, что застраховаться от них нельзя. Медики объясняют, в основном недуг носит генный, наследственный характер. Однако при скором обращении к врачу, правильно подобранном лечении и соблюдении рекомендаций человек может жить без боли и сохранить работоспособность.